Работодатели, профсоюзы, органы власти. В республике подписано трехстороннее соглашение на 3 года. В документе подписались председатель регионального объединения работодателей Игорь Кустарин, председатель объединения профсоюзов Чувашии Совпроф Анатолий Коршунов и глава республики Михаил Игнатьев. Документ о социальном партнерстве – основной в сфере социально-трудовых отношений. На его основе строятся отраслевые соглашения и заключаются трудовые договоры. Совместная работа органов власти, работодателей и профсоюзов по предыдущему республиканскому соглашению способствовала повышению уровня жизни населения, сохранению стабильности в обществе, отметил председатель объединения профсоюзов Чувашии Совпроф Анатолий Коршунов. Новое соглашение предполагает усиленную работу над созданием достойных условий труда жителей Чувашии, защита их прав в области оплаты. Также необходимо работать над созданием добросовестной конкуренции, подчеркнул глава республики. Продукты в магазинах одной и той же торговой сети в одном городском округе не должны отличаться в цене. Вот таких безобразий, конечно, не должно быть. Я понимаю, там между регионами как бы разница есть. Даже в сельских магазинах у нас практически цены на сегодняшний день примерно одинаковые, что в городе, что там, допустим, если поедем в Шемушинский или там Батырский район.